Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем выживать в Stranded: Alien Dawn на безумном уровне сложности. С последней серии прошло почти у нас 2 дня, там был 22-й. Я убился немножечко в перенос того, что у нас здесь было. Теперь это просто каркас с забором. Далее вручную построил вот такое вот плато из камня. Даже свет не успел поставить, израсходовал весь камень, дерево почти все ушло. Свет не успел поставить, распределил хранилище по коридорам. Вот в этой ячеечке у нас справа будет лежать камень, ну как и было до этого. Здесь древесина, внутрь этой спальной комнаты будущей сено разместил, и вдоль какой-то из стен, вот вдоль этой стены, три ячейки у нас, где будут лежать палки. А на этих стеллажах будет лежать тканный материал, что у нас тут еще, электронные компоненты, ремесленные материалы и всякая-всякая всячина, которая нам понадобится для крафта. Такие вот пироги. Давайте перенесем сразу деревянный верстак куда-нибудь поближе. Поближе куда-нибудь вот сюда, чтобы рака недалеко ходил у нас от склада к месту производства. Далее нам нужно, знаете что, вот здесь вот назначить ферментацию. Мы же уже изучили антибиотики, и пускай они поддерживают состояние готового продукта где-то в районе 100 единиц. Нам этого вполне должно хватить для производства, ну, штучек 30, да, аптечек первой помощи. И чем больше бочек, тем быстрее антибиотики будут появляться. Также нам нужно придумать... У нас вот тут всего лишь один стеллажик для медикаментов. Сейчас у нас из медикаментов только бинты. Эту ситуацию нужно немедленно исправлять. Катина буйствует. Как же ты буйствуешь-то частенько? Что-то тут руками машет, ногами топчет. Похоже на танец Шуры, блин. Давайте вот этот стеллаж скопируем. Пока у нас скотина там буйствует, ребят занимаются своими делами, что-то переносят ресурсы. Эмилин готовкой занимается, профильное занятие, молодчинка. И вот как-то вот таким вот волшебным образом три ячейки у нас будет под медицину. Да, под все медикаменты. 172 единички дерева осталось, конечно, маловато. И также нам нужно решить проблему с освещением. У нас слишком темно здесь. Нужно скопировать факел для этого и разместим где-то вот раз, пускай будет два, три, ну три, пока что три, пускай будет так. Еще мне не очень нравится, кстати, вот включим режим крыш, пока что вот так вот выглядит наша гавайская бунгало. Чуть-чуть камня, чуть-чуть сена, чуть-чуть дерева, в принципе приемлемо, да только я забыл здесь поставить стену еще одну, чтобы особо высокие и особо низкие температуры внутрь помещения не проникали. Нужно бы здесь поставить стену, но с камнем у нас дефицит очень большой. Ой, какую проходочку можно сделать, смотрите. Какая красота. Что-то они тут делают. Выглядит вполне неплохо. Нужно добить только вот ту дальнюю стенку справа. Давайте-ка все обратно вернем, отключим крыши. Раз, два, три. Вот примерно таким вот образом. И что мне еще не нравится, у меня такая вот задумка. Поскольку мы не можем себе позволить на безумном уровне сложности постоянно регулировать количество ресурсов, из-за того, что монстры, которые у нас волнами нападают, они вот эти фундаменты, крышу и так далее, они ее атакуют и сносят. Нам, если честно, тратить время на постоянное восполнение вот этих ресурсов, в данном случае дерева, да, не очень бы хотелось бы мне это постоянно делать. Мне кажется, вот эти вот два фундамента я бы с удовольствием снес. И оставил бы здесь вот такой вот длинный пирс. А на вот близлежащем, вот к основной постройке полосе, я бы ее оставил в качестве места для стрельбы наших ребят. Надеюсь, что... не будут тараканы сюда доходить, доползать. И на случай, если придет кто-то побольше, чем просто тараканы. Все-таки в новом патче добавили много-много всякой всячины членистоногой. И судя по скринам, они все достаточно высокие, ногастые, рукастые. Не хотелось бы с ними
встретиться уже где-то здесь в коридоре, да, или в спальне. Поэтому вот это все мы сейчас выделим. Как-то вот каким-нибудь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот этот центральный не будем. Вот каким-то таким образом по кусочкам мы это все дело будем сносить. Вместе сразу с крышей. Надеюсь, поэтапный разбор этой всей конструкции проблем раки не составит. Вроде бы как бы это достаточно просто. И хотелось бы, чтобы часть ресурсов с этих построек вернулась. Что с деревом-то у нас дела совсем плохи. Ну, не так, как с камнем. Что у нас тут по изучению скрученных растений? 70%. Надо бы ускорить тоже, Катина. Где-то тут есть? Ты гуляешь? Ой, у тебя отдыху вообще все слабо, да? Давай-ка ты за растением понаблюдаешь в свое свободное время. Ничего с тобой страшного не случится. А, и ты решила перенести ветки. Ну, конечно, да. Зачем слушать то, что я говорю, правильно? Это совершенно не надо. Ой. О, пачка M&M's. Сразу два события. Агрессивные животные и пачка M&M's тут нарисовалась. Вот эти ребята отважные, зубастые, клыкастые. С острыми хвостами. Так мне нравится. Длиннохвостая рептилия. Один красный, другой желтый. Блин, они тут постоянно кружат. Класс. И чё, где агрессивная пачка? 10 штук. Ох. Вот это то, чего я и боялся. Это уже гораздо выше и опаснее, чем тараканы. Тоже, кстати, разноцветные. Кто-то кислотно-зеленый, кто-то просто такой. Что-то около хаки, кто-то коричневый. Текстурки им добавили хорошие. Даже глаза тут вроде как... Интересно, шевелятся, нет? Нет, глаза не шевелятся, усики шевелятся. Ну и вот эти вот штуки, они какие-то грозные и высокие. Получится ли у нас... избежать их проникновения внутрь нашего коридора. Я надеюсь, они в дверную раму-то у нас не пролезут. Также бы не очень хотелось, чтобы они пролезли как-то... Они прыгать вообще могут? По-моему, не могут. Новый ресурс антибиотики у нас тем временем. Соответственно, мы на верстаке можем уже изготовить... Не можем мы изготовить, потому что мы не исследовали изготовление... Аптечек, да? Пором-пом-пом-пом-пом-пом. Ну что ж, исследование мы назначим ребятам после того, как отобьем волну. 10 агрессивных кузнечиков. Так, Эмилин, ты пошла наблюдать за растением? Нет, давай-ка не сейчас. Мы подготовимся максимально. Если ты хочешь что-то сделать, иди, вот, да, управляй бродильной бочкой. Ракха, сноси вот эту вот штуку. Прям сразу. Где-то есть... На всякий случай. Я надеюсь, снаружи-то я никого не забыл. Никого не забыл. Хорошо. Вот эту часть фундаментов тоже нужно снести. Давайте как-то до середины попробуем. Потому что вроде как вот здесь вот рельеф дна повыше. А здесь у нас глубина большая. Я надеюсь, отсюда они точно уж не запрыгнут, если умеют. Ракху вот сюда отправляем, снести крышу из сена и фундаменты. Я так трепетно к этому отношусь, потому что не хотелось бы... Во время стройки я ощутил дефицит ресурсов, такой хороший. И восполнять это потом все занимает большой промежуток времени, а между волнами всего 4 дня. Хотелось бы как-то уже заняться обустройством вот комфортным наших спален. Как-то подкопить ресурсы на не на восстановление, а на улучшение только нашей постройки, нашего бунгало. Текс, и Ракха тут... Может, вот эту тоже сразу снесешь? Почему бы и нет? Раз, два, три, четыре, пять. Снести. И пока есть возможность, ребята, все кроме Раки, идите, наверное, отдыхайте. Кен в том числе, иди спать. Вам нужны силы. Ой, да у Кена все в порядке. А как он так успел восстановиться, интересно? Что, просто бездействовал, ничего не делал, что ли? Да нет, он же строил у меня. А зачем вы положили сюда этот ресурс? Я же выделил медикаменты здесь. Уберите это отсюда, так не надо делать. Отменить все фильтры и выбрать только палки.
Вот, это уже лучше. А у Раки чё? А, я ждал ему отдыхать, ну да. Иди-ка тоже, Рака, отдохни. Перед нападением. И включим сразу перемоточку. Где у нас эта пачка веселых тараканов? Нифига они разбрелись, а. Пока эти кузнечики тут думают, надо, знаете, что нам продумать. Нужно, наверное, вот этот клочок травы убрать нам. И разместить здесь вот таким вот образом, квадратиком, плантацию хлопка. И они все-таки решили уже, что окончательно, да, нападают. Неспешным шагом, просто маршем идут в сторону нашего бунгало. Ой, какие вы страшные ребята. Интересно, а нам удастся по одному как-то их вот с этого краешка бунгало выщелкнуть? Ну-ка, раз, два, три, четыре. Призвать и по одному вставайте где-нибудь. Эмилин сюда, Кен сюда. Катину ближе к центру разместим, Ракху вот сюда. Еще один большой минус этой постройки в том, что мне нужно было, наверное, разместить здесь дверь. И здесь в том числе. Чтобы можно было как-то выходить. Потому что если эту постройку все-таки повредят, вот эту полосу, как мы потом будем доставать отсюда людей? Так, первые стрелы пошли. И что будут делать эти насекомые? Они проходят, они уже в упоре. О, вот это вовремя. Вот это вовремя мы вот этот фундамент снесли. Я надеюсь, они прям вот сюда еще никак не пройдут. Ну, это просто чил, ребята. Это, конечно, хорошечно. Вот это оборона. Оборона от ума, назовем ее так. Эти кузнечики тоже агрессивные. Им почему-то гигантская трава не нравится. Зачем они ее сносят, непонятно совершенно. Но тем временем уже минус 2. Пока отбиваемся. Сейчас вот подумал, а не станет ли интересно какой-нибудь из волн вот этих вот тараканов. Вот эта постройка. Если они кидаются даже на траву и разрушили у нас тут мишень для стрельбы, не стукнет ли им в их членистоногие головы мысль, что нужно вот это все сносить. Тогда нам просто придется ждать сутки, да, пока они здесь все снесут и вернутся. Прекрасно. Всю десятку раскатали. Разрушенные строения 4 штуки. Разрушена мишень для стрельбы. 3 гипотермии. И Рак улучшил бой до 3. Это, конечно, хорошо. Может быть, вы сейчас все отдыхать пойдете сразу. Почему бы и нет. А мы пока разметим им фундамент из грунта. Вот так вот. Раз, два. Рак решил отремонтировать мишень для стрельбы. А как ты пройдешь? Или ты можешь лестницу здесь поставить? Или что-то около того? А, вот, все, передумал. Решил построить пол. Хорош. У нас сильные проблемы с счастьем у некоторых людей. Нам бы, знаете, что сделать? А как Катина будет высаживать новые грядки, если у нее будет нервный срыв? Еще и у Эмилин. Нехорошо. Давайте, знаете что, поскольку мы отбили, не будем от плана отходить далеко. Изучим. Выберем исследование аптечек. Нет, для начала обработку металла изучим. Таким образом, у нас появится такой ресурс, как сплав металла. Мы сможем поставить ребятам кресло и дартс. Вот далее изучим аптечки. Нет, 12 часов портняжное дело, громоотводы и уже потом аптечки. А дальше подумаем, поразмыслим. Тут вот где-то и пивоварение нам светит, зерновой кофе и так далее. Но вот я в сторону масла бы посмотрел, потому что изготовление более вкусных блюд от Эмилин даст нам нехилую прибавку к счастью и к настроению в принципе. Это очень странно, но Ракха почему-то предпочел исследовать, вместо того, чтобы отремонтировать пол. А сейчас передумал. А, видимо, они просто до сюда не могут дойти. Ну давайте, мы уже эту проблему решали с вами. Разместим вот как-то так деревянные полы. Ой, грунтовые полы. Ракха сейчас и закончит, отремонтирует вот эти все части пирса. И мы уже приступим к расчистке вот этого всего. Гигантская трава. Срезать. Я решил тут длину пирса немножко уменьшить, потому что после ремонта вот этой части деревянного пола они все спокойно спускались.
Я решил, зачем нам много ремонтировать, если мы можем основную часть снести и поставить лестницу вот здесь впритык. Вполне себе. Меньше ремонтируем, меньше тратим ресурсов и наблюдаем за скосом сена. Пока я тут отвлекался, строил планы на будущее, у нас оказывается недостаточно места для хранения этого самого сена. И мы проседаем по еде. Это не есть хорошо, и поэтому скопируем вот этот вот склад. И вот каким-нибудь... А, нет, здесь же будет стоять кровать. Ох, как нехорошо, нехорошо. Давайте в соседней комнате разместим. А, с другой стороны, зачем нам прям настолько много сена? Пускай сколько могут они на склад перенесут, а остальное, если пропадет, да и черт с ним, потому что уже почти 1500 его у нас есть, зачем нам так много? Че, они спят все? Ну, перемотаем, пока что перемотаем. Можно разметить кровати, а у нас на кровати не хватает ткани. Да-да-да, есть такое дело, и это нехорошо. Вот эти приказы мы отменим. Далее выберем 14 пальм вот тут вот рядышком. И нажмем срубить. 54 животных, 27 день. А что-то я проморгал, а что так быстро? Подождите, а вот! Ух! 54 таракана. Блин, ну мы на перемотке зато сможем прокачать навыки боя, да? А что у нас? И два обжорства у нас. Что-то вот эта луна, хаос, как-то мне проблем доставляет. Ну, что поделать, если у нас на 9 час они заспаунились, где-то там они ходят, возможно, пачка M&M's количество этих тараканов уменьшит, я надеюсь, хотя бы до 50, в идеале до 45 было бы неплохо. Катина, давай дорубай тут все, вот эти приказы мы отменим на дерево. Ген, заходи внутрь и что-нибудь исследуй, не знаю, что-нибудь делай. Главное внутри. Катина, боюсь, что тебе тоже придется зайти внутрь, а желательно, знаешь что, вот ты рубишь, а могла бы наблюдать за скрученным растением еще 10 часов, или через сколько они там нападут. 70%, я надеюсь, хотя бы пятерочку она сделает. Блин, ты надоела мне, давай, иди, исследуй. Все, Катина непослушная, она несчастна, у нее 28% счастья, ей вообще... До лампочки, которую мы еще не изучили, что ей говорят делать, она просто идет спать. Для нее все это не важно. Ну и ладно, у нас еще и топливо кончилось. Эх, зря я упоролся в стройку склада, попал на дефицит ресурсов, теперь нужно как-то из этой ситуации выкарабкиваться. Давайте нажмем вот здесь вот снести, отправим Раку и пускай он отдыхает. У нас тут люди еще и болеют. А можем ли мы? А мы ничего не можем такого. Можем закрыть эту стену деревом. Но тут температура-то в принципе нормальная. Зачем? Дождемся камня. Ну и вот оно нападение. 47 штук. Ну 47 мы тоже осилим. Такой вот дружной разорванной толпой они на нас бегут. И все одинаковые. В этот раз нет, да, чего-то особенного. Ну да, просто насекомое переросток. Ой, а тут прилетели... Вот это кто такие? Это у нас красноперая птица, неизвестный вид животных, понятно? И летающая рептилия. Судя по всему, это падальщики. Занятно, что с летающей рептилией мы можем и шкуру в том числе добыть. Неплохо. И как раз у нас сейчас 47 тараканов. В остатке 500 единиц зерна мы могли бы... с превеликим удовольствием взять часть мяса вот с этих вот всех членистоногих негодяев. Так, Катина, Эмилин, Ракха, призвать. Катина встает в центре, как обычно. Где-нибудь вот тут. Эмилин чуть-чуть левее, Ракха чуть-чуть правее. Ну и все, что, поехали. Почему-то игра провисла. Видимо, их слишком много. Еще одно небольшое нападение в количестве с полсотни мы отбили успешно. И ребятки, у нас кто-то ремонтирует, кто-то работает, кто-то пошел исследовать, кто-то кушать и управлять бродильными бочками. Ну ясно. Разместим здесь сразу
еще один пол каким-нибудь вот таким вот интересным образом, если... Бляха-муха. Вот так примерно. Выделим тут часть насекомых, нажмем разделать. Этого мяса нам вполне себе должно хватить. Далее не отступаем от плана, выбираем фермы, конец свет. И вот такую грядку. Ой, а мы здесь даже на воде можем грядку расположить, смотрите-ка. А, доступ затруднен все-таки, да? Блин, жалко. И каких-нибудь вот таких вот гигантских размеров грядки нам бы вообще хватило. Вот так вот раз, потом увеличиваем еще поле и примерно вот на одну единичку. Далее, далее, далее. Ограждать ли это все забором? Ну, при условии, что дерева у нас маловато, пока не будем. Дождемся, пока ребята отдохнут, восстановят вот это все и высадят грядки. Катина сразу же принялась расчищать грядку, это хорошо. Пол у нас отремонтирован, разделка насекомых идет, запасы пищи пополняются. Это замечательно. Также нам, да, вот Катина что-то решила поисследовать, но решила, что и передумала сразу, да? Давайте так сделаем, зайдем во вкладку действия и уберем у нее здесь изучение совсем. Пускай ведет наблюдение, потому что после этого скрученного растения было бы очень хорошо изучить вот эти вот грибы. И также сделать где-нибудь здесь недалеко плантацию и выращивать их, потому что на полках под крышей у них срок годности не ограничен совершенно, что нам, естественно, на руку. И, наконец-то, мы закончили исследование обработка металла. Теперь мы можем зайти и выставить парочку горнов. А где мы можем это сделать? Ну, пум-пум-пум-пум-пум. Горны у нас теперь должны располагаться снаружи, поэтому нам придется снести вот эту стену, поставить здесь деревянный дверной проем. А зачем я это сделал? Зачем я ее снес, если мне нужно было в ней дверной проем сделать? Ну, ладно, понятно, хорошо. Тогда придется восстановить. Вот, что-то я тут пошаманил каким-то примерно таким образом. Здесь у нас будет парочка фундаментов, 3 на 2, и дверной проем будет сюда выходить. Здесь мы сможем разместить, наконец-то, горны. Вот каким-нибудь раз, два. И даже три горна мы сможем поставить. Катина упала в бессознанку от усталости. И надо как можно быстрее изучать скрученное растение, добыть хотя бы чуть-чуть, я не знаю, камня, где-нибудь вот ближайшим мы потаскаем, и доделать спальни. А то они у нас вообще никаким образом не получают хорошее настроение почти. Там где-то под крохи от еды, там где-то чуть-чуть от мишени для стрельбы, которая сейчас сломана. Им нужно добавлять положительных активностей, иначе они у нас загнутся скоро. Что не есть хорошо, разумеется. Помимо этого, нам нужно выделить пальмовые кусты ближайшие, нажать срубить и также пальмы. Вот этот весь оазис потихонечку мы с вами будем вырубать. И палки у нас будут на топливо, и дерево немножко. И все должно быть хорошо. Чтобы коридор все-таки закрыть, поставлю здесь деревянную стену, и они все вышли погулять на новую для них местность. Вот это вот каменное сооружение, конечно, хорошо нас защищает от всего. Так, Катина пошла заниматься вырубкой лесов. Это вообще нам не нужно. Уберем Катине рубку. Пускай она занимается изучением. В первую очередь, Катина. Наблюдай за растениями. Куда ты пошла? Что ты делаешь? Похоже, баланс вообще напрочь ломается, когда персонажи несчастны, что не есть хорошо, потому что с каждым днем управлять ими вручную становится все сложнее и сложнее. Из-за того, что у них большая доля дебафов, они самостоятельно решают, что им надо делать, и ходят вот туда-сюда. При этом, при всем, к сожалению, они выбирают неоптимальный маршрут для своих действий. То есть сейчас Катина дошла до растения, которое нужно наблюдать, как-то изучить, дошла, развернулась, пошла собирать палки, чтобы управлять факелом. Но это как-то, ну, уже... Как бы так выразиться-то? Ну, утруждает, это да, утруждает.
Тем временем у нас запас еды низкий, очень низкий. А это не есть хорошо. Давайте вот это тогда выберем. Пускай они разделывают. Сколько тут мяса осталось? Чуть-чуть, видимо, да? И в меню плиты добавим в количестве 6, пускай она поддерживает. Что-то она тут бросила тоже. Так, ну вроде бы я раскидал их вручную по задачам. Эмилин отправил засеивать поля. Катину на разделку мяса, Раку на рубку, Кена на исследование. Надо было Раку с Кеном поменять, конечно. Но что есть, то есть. Я надеюсь, что в скором времени закончится у нас это исследование, рубка. У нас баланс топлива пока что выходит на средние значения, уже хватает. Но по идее мы до сих пор в просадке. И наконец-то открытие. Коракожник. Издалека изогнутые формы большого фиолетового растения напомнили инопланетные окаменелые деревья. Проанализировав его дальше, я обнаружил, что его кора была жесткой и на ощупь напомнила кожу. Я думаю, что коракожник будет для него подходящим названием. Должна быть возможность переработать его в материал, похожий на кожу. Ну ясно, нам открылся сбор урожая кожистой коры, посадка этого растения и изготовление волоконной кожи на верстаке из 10 единиц этой самой коры. Также постройка кроватей. Наконец-то. Кен принялся за разделку насекомых. Я думаю, что Эмилин мы отправим или Катину на сборку первого своего куракожника и поставим сразу деревянные кровати из него. Теперь мы, кстати, можем, судя по всему, хотя бы чертеж разметить. А, только тогда, когда соберем. Ну ладно. Превосходно. Первая грядка хлопка готова. Наша первая полноценная плантация. Надеюсь, ее не повредят. Тут у нас появился какой-то значок. Давайте что-то исследуем. Давайте исследуем. Время путешествий. Поднимите воздушный шар высоко и осмотритесь в поисках точек интереса. В результате могут быть открыты новые места для экспедиций. Каждое последующее исследование будет занимать больше времени. Я вас прекрасно понял. Но теперь я вижу, что у нас агрессивные животные на нас напали. А откуда? Что это за местность? Это слева от нас. И что на этот раз 23 маленьких богомола, а это не кузнечики, это богомолы все-таки, да? И одно огромное насекомое переросток. Где оно тут? Ух ты, оно прям огромное, оно же выглядит прям как богомол, только нифига себе он жирный, я думал таких не существует. Это во сколько раз он больше своих предшественников? В 6, в 7? Ё-моё, вот я боялся, что богомолы заберутся сюда, но не забрались. А вот эта штука, она может или нет? Он, кстати, весь фиолетовый. У него и клешни, и все фиолетовые. У предыдущих были коричневые. Так, и что нам теперь с этим делать, с этим добром? Надо вот эти активности отменить. Вот эти все. Отменить приказы. И вот эти тоже. Пускай они до нападения хотя бы переносят. Что у нас там, мясо хоть появилось, нет? Не появилось, но сейчас появится. И все внутрь, собираю урожай, Катина. Что ты тут? 10 плюс 20 плюс 20. Ну-ка вручную возьми эту кожистую кору. Сколько сможешь? 70, 60, 80, 90 единиц. Отлично, превосходно. Давай неси домой. А, Ракха, будь так добр, снеси вот этот грунтовый пол полностью, а я сейчас размечу первые ваши кровати. Они будут из дерева. 10 единиц нам на одну кровать нужно. Раз, два, три. И вот это мы переместим пока что, я не знаю, вот сюда. Эмилин, ты не идешь спать, ты идешь перемещать спальное место. Блин, и вот Акен, ты на него идешь, на это спальное место спать. После этого мы еще одно спальное место перемещаем вот сюда. И Кен, как бы мне тебя... Перемещай спальное место по пути, а я сюда кровать поставлю. Ракха снес? Да, Ракха молодец. Вот они, первые кровати. Как же хорошо. Отдых у Раки на 14% и счастье прям на нуле. Это не есть хорошо. Кто у нас тут есть более-менее? Ну, Кен получается, да?
Иди строй кровати, пускай ребята на них отдыхают. Нифига, он еще и самый быстрый, этот таракан. А что он может? Ага, не можешь ты, да, добраться? Ну вот так тебе и надо. А я пока покайфую, построю кровати, и ребята на них офигительно выспаться, понял? А ты там ходи, сколько влезет тебе. Так, Ракха, ты бы тоже помог Кену построить кровати? Блин, я отменил постройку. Ох, вот, теперь у нас наконец-то 4 кровати для 4 персонажей. Я бы очень хотел, чтобы к нам кто-нибудь еще пришел, но я понятия не имею, куда расставлять кровати потом. Назначаем владельцев. Кен, Рака, Катина, Эмилин. Вот здесь вот с краешку у нас будет. Рака исследует. Слушай, давай ты, может, поможешь им все-таки. А что такое здесь лежит? Это богомол здесь лежит? Я думал, это кусок металла издалека. Хорошо, ребята, большие молодцы. 31 день, год 1, 1 час ночи. И по факту за серию мы выстроили первую свою плантацию. Изучили, наконец-то, каракожник. Разместили первые кровати. Схитрили на постройке вот этого вот нашей линии обороны из фундаментов. И даже разметили горны. Серия весьма и весьма продуктивная получилась. Думаю, на этом эту серию стоит закончить. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. И увидимся в новых сериях прохождения Stranded: Alien Dawn. Всем вкусного чая и добра!